В Апатитах с нового года изменилось расписание пункта приема гуманитарной помощи для мобилизованных, а также для граждан, приехавших из ДНР и ЛНР. Теперь он работает по вторникам и четвергам с 14 до 19 часов. Адрес остался прежним. Улица Ленина, дом номер 8. Можно позвонить, узнать конкретно, какие вещи необходимы. В общем, всегда я могу сразу сделать упор на том, что всегда необходимо. Это нижнее белье, это футболки, это термобелье, это рукавицы, перчатки.